Всем здорово, ребята. В общем, у нас сегодня Бравл Старс. Блин, я полдня уже потратил, но я просто херею с этого героя. И у меня уже девятый левел. Я не бегал там, не собирал сундуки. Я давненько уже Бравл не дротил. И сегодня вдруг неожиданно-нежданно появилась обнова, где за 8000 кубков дают этого героя. Как видите, у меня уже 511. Но если бы меньше дебилов в напарниках, там было бы уже 700 все. Просто трэш происходит. Я вам покажу два последних интересных боя. Покажу вам имбу сейчас в действии. Нереально крутой герой. Без суперсилы еще. Суперсила, скорее всего, завтра у меня уже будет. Я уже запарился сегодня играть. В общем, новые скины. Вот такой вот DJ Frank. DJ. Посмотрим сейчас. Ну, прикольненько смотрится, конечно. Вот так он дамажит. Бум. Ну, вот такое, знаете. Ну, все равно веселее, я думаю, чем в битве замков. Кто играет и там знает, что такое Бравл. Также дополнительно у нас открылось, еще есть скин, где-то он пропал. У меня еще там скин один был. Не помню на кого. Короче, покажу завтра уже, наверное. Помимо этого, этот боец, вот сейчас мы ее посмотрим. Так, ну, куда ты? Эмс называется, обалденнейший боец, замедляет дома просто немерено, зональная атака, я вам говорю, я просто херею, я не знаю, 10-й силе там будет вообще, просто трэш полный, да он и сейчас этот герой просто тупо унижает, я вам скажу так, просто тупо унижает всех подряд. Поехали, я вам покажу два последних боя, интересные бои, у меня тут дофигище боев за сегодня. Я просто покажу вам два. Вот повтор здесь. Попались два нормальных напарника. Хоть нормально побегал в последней катке. А то реально просто тупо бомбило. Я надеюсь, оно у вас будет нормально. Не притормаживать. Это сама игра немножко притормаживала. Посмотрите внимательно, как этот герой дамажит. Это просто нереально. 700, 800, 800. Просто двойной урон еще. Если тупо в облако попадают противники, это просто жопа. Я не зря вам эту катку показываю. Эта катка реально топовая. Одна из таких самых веселых. Смотрите, что делает. Она просто тупо разгоняет нахрен всех. Чем-то на Ролева, кстати, похоже. Смотрите, просто бешеный герой. Тут они, конечно, убегут. Мы их оставим в покое. Но дальше, ребят, дальше будет полный трэш. Балди от этого героя, честно. Вот восьмибитка, которая вышла, ну, такое. Смотрите. Бул там. Ну, подойти к этому герою, посмотрите, что с Булом сейчас будет. Досвидос просто. Просто досвидос. Обалденная обнова. Сейчас я вам покажу еще две новых карты сразу же. Там потрешуем. Там быстрые катки. Вот посмотрите, вроде и замедляет. Вот это вот облако, оно просто нереально замедляет. И вы тут ничего не сделаете. Посмотрите на бедного Була. До свидания, Бул. Вот это сейчас будет трэш. Смотрите, ребят, 7-3 против 14-х. Меня сольет. Тут Барлей, конечно, отыграл на ура. 17, ребят, посмотрите. Посмотрите, им просто надо было подбежать и просто убить с двух сторон. Все. Вот я появился, набил скилл. Посмотрите на этот скилл. Это просто кайф. Насколько он офигенно замедляет. Все, и тут мы говорим до свидания, Шелли. Посмотрите, вот просто пипец, ребят. Вот так вот, такая вот каточка. Я вам просто решил ее показать. Таких каток сегодня немерено было, обалденных. А теперь поехали посмотреть еще одну веселую катку, где этот герой действительно доказывает, что на сегодня это просто имбалансный герой. Так, данное боя. Вот, поехали, вот этот вот. До этого, блин, я только же слил 10 боев подряд, блин, просто тупо сливы из-за того, что тиммейты просто тупо прячутся в кустах.
Вот смотрите внимательно на этого героя. Это просто пипец. Если вы попадаете в облако, это жопа. Надо, наверное, знаете, вырезать веселые катки. Веселых каток реально за день бывает дофигища просто. Просто дофигища. Тут мы решили с ними зарубиться. Ребята решили потрешевать. До последнего, короче, с ними воевали. Другие там себе развлекаются, боссов убивают. Но сейчас вы поймете, почему этот герой реально имбалансный. И я не знаю, может, его и фиксить надо. Потому что такое нельзя запускать. Смотрите, он двое. Посмотрите, как 11-й просто тупо разобрался. Замедление работает, смотрите, вообще кайф. Просто герой действительно тащер. Чем меня тут должны слить? Но некому сливать. Тут уже начинается полный трэш. Моего напарника сливают. Там вот такая же. И вот смотрите, что тут. Выпускаешь дымок, посмотрите, сколько дамага. И включается скилл. И все, и до свидания. И вы нифига не сделаете тут уже. Просто нифига. Столько дамага, блин. Это просто что-то нереальное. Честно говоря, я сам немножко в шоке. Добавили... Новые у нас карты, плюс две новых карты, скажем, две новых локи, даже шесть. Ну, просто нереально, я не знаю, это надо дротить целыми сутками, чтобы везде поиграть здесь, особенно в обнову. Вот такая вот арена. Чем прикольная, то что вы с напарником бегаете и у всех забирается жизнь. Если вы не атакуете, не бегите, какая нафиг разница. Не атакуете противника, все, вы сливаетесь. То есть тут отхил порезан, родной отхил. Вот видите, у меня снимается. Посмотрите на эту имбушку. Бро, держись. Вот так вот. Просто нереальный трэш. Вот убили мы. Плюс 30. Сколько? Плюс 30к. Да вы что, прикалываетесь? Короче, все время надо с кем-то пвпшиться. Если вы не делаете пвп, все, это жопа. Посмотрите, как я ему там хмарками накидал. Меня слили. Нереально, короче, просто тупо нереально. Нереально крутая тема. Ну, не знаю, вот честно вот скажу, если сравнивать битву замков и... Все, до свидания. Я сказал до свидания. Сравнивать битву замков и Бравл Старс, просто нереально крутые две игры, да. Битва замков... Куда я пошел? Смотрите, что делает. Это просто нереальнейший герой, который просто тупо разматывает. Включаем замедление и говорим розочке, розочка, до свидос. Вот так вот. Просто, блин, обалденнейший герой. Честно скажу, вот просто обалденная карта, но герой просто бомбический. Вторая карта у нас еще недоступна, силовая гонка. Ну, тут будут реально тоже трешечки. Но что я могу вам сказать по поводу этого героя сейчас? Вот я бегаю в рандоме с рандомными напарниками, и в большинстве случаев реально этот герой вытаскивает. Просто тупо тащер.
имбалансный герой, который... Смотрите, сейчас что будет. Раз, два, три, четыре, пять. Просто бешеный урон. Если правильно еще научиться выкидывать скилл, все. Так, я надеюсь, мой напарник, прошлая катка, блин, тоже бегал. Тупо бегает, других киляет, я сбоку стою с боссом, блин, и не успеваю его убивать, а этот стоит себе, панится с другими, блядь. Катки сливаются, вот то же самое сейчас. Давай, бро, давай, беги. Смотрите, что сейчас будет с ним. Не успел, блин, вот из-за этих мудаков вот реально бомбит. Какого хрена ты там бегаешь? Видишь, я стою с боссом, бля, чё ты фанишься там? Это просто пипец. Вот вымораживает. Вроде, вот почему здесь надо бегать, играть все время с тиммейтами своими? Так, все, этого надо зажимать. Вот, посмотрите, просто изи. Просто отправляем его домой. Так, бро, не балуй. Иди сюда! Ну помоги ж ты мне, блин. Да пипец, ну вот я вот в шоке. Сидит и курит, видит, я ж бегу. Надо не бомбить. Самое главное, ребята, не бомбить. Лучше играть своим напарником с головой, с собой связью, потому что... Это все-таки рандомно. Вот посмотрите, что я хотел вам показать. Смотрите, тык-тык-тык-тык-тык. Просто нереальнейший дамаг. Это просто какая-то смесь, я не знаю. Смесь кого? Посмотрите, что делает. Просто тупо разгребает. Роза, я сейчас тебе скажу, Розочка, до свидания. Никто не хочет, кстати, нападать особенно. Смотрите, вот духи. Это просто пипец, ребят. А теперь устраиваем трэш. Как вам? Как вам эта мега имба? Тихо-тихо-ша, я сказал. Просто нереально. Я просто в шоке с этого героя. Еще будет 10-я сила, там просто будет полный трэш. А он наши. Смотрите, что делает. Бум, минус один. Ул, ты куда? Стой, бро! Бро, стой! О май гад! Просто, блядь, катки в ноль. Не знаю, вот... Пишите в комментах, что вы думаете, у кого есть этот герой, кто его качает. Но я скажу так, я сегодня уже, наверное, часов 5. Да, 5 часов тупо задрочу этим героем и все никак наиграться не могу. Беги, 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 бро. Ай-яй-яй-яй-яй. Блядь, сейчас сольемся. Ну, конечно, беги. Ну, куда ж ты бежишь на него? Махмуд. В общем, вот такая вот, ребятушки, тема. Блин, не знаю, просто кайфую от этого героя, вот реально обновы в Бравл Старс по кайфу. Из-за того, что тут, если сравнивать с битвой замков и с тем, что мы там делаем, и что здесь просто... Смотрите, мы им просто говорим, да, свидос, ребятушки, ну куда ты бежишь на них один? Давай. Как он? Как вам? Как вам, ребятушки, такая тема? Нереально круто, да? Так, тихо. Я пока побегаю с боссом. Тихо-ша.
Тихо, главное выжить. Три шестерки! Мы живем еще. Сейчас я вам набалалайкаю здесь. Короче, ребят, просто имбалансный герой. Как по мне, его надо реально фиксить. Еще б не подвисало, было бы вообще гуд. Кошечка. Кошечка-крошечка. Где вы там, ребятушки? Ну, посмотрите, что вы скажете на вот это? Это просто пипец, ребята. Это просто бомбический герой, который просто тупо нахрен нагибает всех, все и вся. Я просто в шоке. Вот Brawl Stars красавчик, герой просто обалденный, с которым ты бегаешь и просто тупо натягиваешь всех. А что будет на 10 силе, ребята? Что будет на 10 силе? Ты просто будешь давать всем пипеточку. Это просто пипец. Я в шоке. Я просто в шоке. Бро, добирай, я доберу эти. Ты же играешь с мега имбой. Блин, немножко не туда я целился. Да ладно. Надо как-то забывать про автоатаку. Тихо, не балуй так. Давай, конечно, блядь. Это просто, ребят, это просто разъёб. Я вам скажу так. С таким героем это какой-то трэш творится. Да беги сюда. Ну все. Не все. Будем забирать. Сколько дамага, я просто в шоке. Где все? Ребятушки, где вы? Что-то никто не хочет даже босса бить. Посмотрите на этот дамаг. Там уже столкновение. Ну тут, я думаю, тут и так все понятно. Идем босса бить. Вот нормальный тиммейт, овечка. Да, ребятушки, не балуйте вы так. Говорю, не балуйте, не надо, бро. Не надо, не надо. Не убивайте нас. Пять тысяч, блядь. Текает, я в шоке. Вот, в общем, вот так вот, ребят. Просто каждая катка приносит удовольствие. Пишите комменты, бомбите, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.